Эта падла может сказать все что угодно. Прикинь, скажет, что он там не имел во все места. Конечно, он скажет, он уже сказал, что он не делал. Прикинь, а я этого не делала. Нет, я же говорю, мне не устроило он в постели из-за этого. Я же тему сноводную подняла. Он говорит, я же не пилоточник. Он не пилоточник, до свидания. Он говорит, либо ты с этим смирись. Я говорю, мне это очень важно, потому что мой мужчина мне делал... все пальчики целовал, снизу доверху. Да это ты... Понимаешь? Нет, это понятно, что нормальный мужик, знаешь, свою девушку. Размер вообще не то. Маленький? Ну да. Какой? Покажи, какой. Дай я хоть поржу. Такой. Ну, маленький, зай. Ну, у меня с Коськой, которая жила 3,5 года, там был нормальный. А это нафига тебе корнишон? Он хоть помылся? Я его заставила. Ты помылся, зубы почистил? Потому что он такой свинья, он босиком же ходит, потом в кровать лезет с грязными ногами. Слушай, так он еще не помылся. Я пошла, взяла полотенце. Слава богу, подмыться заставила. Да, я его захотела, то есть, да, мне же насушило с ним лететь. Мне же надо узнать, что за мужик в постели. Вот, он еще то есть, да, я проверила его этим. Ну, не оправдал мои ожидания, надежды. Вот, ну и что? Я говорю, зубы почистил? Нет. Не побрился, зубы не почистил. Ну, знаешь, он не мою щетку там взял? Не, он не почистил зубы. Так и не почистил? Нет. Помылся, да, потому что полотенце, говорит, я полотенце взяла вот, одно на двоих, вот. Жесть просто. Что думаешь?